После первых получаса игры 0-3 уральский «Трубник» проигрывал, но затем в течение 4 минут забил 3 мяча в конце первого тайма, после чего игра была прервана из-за того, что был обнаружен бесхозный предмет. Этот такой атакующий запал, что ли, уральского «Трубника», у команды уже вот все получалось буквально, но невольно он оказался сбит.